Акции, ребятки, акции. Thank you.
вспомним старую французскую песню и одновременно этот танец. Называется он «Ронда». А автор Адам Галиаль поется на старофранцузском языке. Thank you.
будет звучать сербская песня, но на русском языке, пасхальная. И написал ее тоже святой Николай Сербский. Мире царствовал Христос, то есть любовь, доброта, прощение и мир.